Ох, ты, бедная моя труба, дурочка, смотри, как исхудала фигурочка, я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Состояние у тебя истерическое, скучноченькое лицо диетическое, или может обратиться к врачу? Ничего я не хочу. Ну, у нас на Новый год два представления. У нас сказка «Морозко», она традиционная. И мы готовим новую сказку «Невероятные приключения верных друзей». Это по мотивам сказки братьев Гримм, бременские музыканты. Почему-то захотелось сделать что-то такое веселое. Там замечательная музыка, у нас есть определенные возможности залы, которые могут... Если раньше мы работали на стационарных декорациях, то сейчас мы используем экран, где у нас может идти движущаяся картинка бала, допустим, да, или дороги. И поэтому я думаю, что для Пензы это будет удивительное зрелище, потому что такого нет нигде, таких возможностей нет нигде, как в Пензоконцерте. Ну, а мы, конечно, стараемся, чтобы и костюмы, и декорации, и музыка, и танцы, и само зрелище было очень красивым. Поэтому мы приглашаем всех на наши сказки, и я думаю, что все, и взрослые, и дети получат очень большое удовольствие.